Но я тебе задал вопрос, что на обочине можно останавливаться, а здесь обочины нет. Почему ты здесь остановилась? Потому что запрещающих знаков нет. А можно так останавливаться? Ну, если две полосы, то можно. Вот это я не понимаю, сарказм это или... Какой сарказм? Мне бы, чтобы ты уже экзамен сдала и все. И мне бы тоже поскорее. Катя, ты сейчас в другом месте работаешь. Ты, в смысле, сама с собой сейчас? Нет, смс-ка. Ты что, обалдела, что ли? Телефон сюда дай. Красный же. Телефон сюда дай, пожалуйста. Все, я его не трогаю. Телефон дай сюда, пожалуйста. Давайте еще разочек. Выбирай место для разворота. Для разворота? Да. Для разворота, блин.